Всем привет! Некоторое время назад в комментариях прозвучал такой вопрос, отличаются ли растения лимона по гендерному признаку, то есть есть ли лимоны мальчики и лимоны девочки. Ну вот такая пробная высадка, это лимоны из косточек. Вот смотрите, какие получились. Они все разные. Этот вот такой лимончик. Здесь вот растут два лимончика вот примерно одинакового роста, с примерно одинаковой облиственностью. Вот. Есть вот такой, довольно интересный, непонятно, что это у него такое выросло. То ли это листик недоразвитый, то ли бутончик. Вот. И есть вот такая еще пара, один совсем маленький и один такой большой вымахал. Вот. Слышал я про облепиху, но про лимоны не доводилось слышать. Скажите в комментариях, если кто что знает.